И свет. Свет дает мне... А, не та игра, подожди. Озарил мою боль. Так, ну прокачка душу. Сохраняется, это хорошо. Нет. Чей-то так, а что я могу... не нарушу. Подожди, подожди. Максимальное здоровье друзей возрастает. Я по другой ветке шел. У меня там пистолетов повышает емкость магазина. Че, погнали? Минская станция метро. Минская? Как вот ты? Эти. Тут все на английском. Как ты понял, что это Минская? Не знаю, это та станция, на которой я был. Когда в Киеве жил. Вот я вспомнил. Эх, воспоминания. Тут все на английском, блин. Да. Это не та станция. Все, успокойся. Так. Еще меня украинцы называют. А еще я с самим собой разговариваю. А так, ты можно умереть на путях? Наверное, мы можно. Ждем. Мы ждем Чейзера. Куда дальше идти? Мы ждем Чейзера здесь. Да я пытаюсь это понять, можно ли как-то дальше там по путям пройти. Давай, здесь сюда, сюда, Чейзер. За угол. Куда? А, за угол. Ну вот вы любите... Здорово! Господи, я думал, это враг. Любите вы за угол ходить? Пора уже жахнуть! Ну вот, как еще же можно ошить? Блин, жалко, нельзя реально уровень сложности поменять. Я бы хотел сейчас посложнее сделать. Пожестче, так сказать. Любим мы пожестче. Да. На что рукопашка, я не помню уже. На В. Проходил вроде как неделю назад. На среднем круг мышки у меня. Мне на СКМ. Убивать их. А, у меня на четвертую вообще. И есть сердца. Кстати, делаете добивание казни? Да делаем. А как их делать? Ну, когда противник, у него там подсвечивается. А, вот, казнить. Да-да-да, если ты его еще не убил, у него там подсвечивается всякая фигня. Можно его добить. У меня какие-то жестокие добивания. Ну, так и надо. Кстати, хватит забирать все сердца. О, хорошо. Какие у тебя желтые зубы все-таки? Давай на свет. Мы наверх идем. Все. 345. Конец. Ничего не купишь. А 800 стоишь. Вот так засадил. Вы уже наверху, да? Да, тут жесть пошла. Куда он? Еще. Гребаный свет. Ломай фонарик. Да я не вижу, где он сверху дед. Не подходите. Я вырубил фонарик. Топориста убивайте в первую очередь. У меня куда-то автомат делся, подожди. У меня автомат с рук забрали. Не забрали, ты скорее всего его выбросил. Да? Да. Нет, я его просто с рук выкинул. Странно, почему это так? Патроны-то были. Свет, 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 нет. Не знаю, зажал как только мог. Я за свет не буду платить. А за газ? Это слишком большие тарифы. Охренеть, сколько их тут! Ты же разберешься! Потому я стал на сторону зла. Потому что электричество слишком дорого стало стоить. Да-да. Так, сердечки давай сюда. Какой-то Дольф с нами бегает. Он нам нужен, да? Крыса, да, он нам нужен. Там крыса слепит фонариком. Ну, наконец-то не додумались фонарики таскать с собой. А то я думал, они не будут прогрессировать. Мне это ослепление напоминает АВП-шку. Первую, если кто играл. Aliens vs Predator, ты ж это там расшифровывай, да. Там не все знают аббревиатуры. Aliens vs Predator, там тоже слепило светом. Только в подземке светом. Можно не бояться мобилок. И это окей, прикольно. Мы, кстати, близко уже к концу. Да? Здесь осталось геймплея на минут 30. Замечательно. Блин, я ничего не вижу вообще. Да та же самая херня. Нет, капец тут слепит. Там в конце будут... противники еще флешки кидать в лицо. Ну замечательно. Да, ну это не так-то. А да, очень больно заметил, да? Ну где ты там? Только вот этого радарчика с движением. Не знаю, давай поищем. Блин, а можно мне калашников? А то что-то как-то непривычно без него в таких играх. Я один с калашом получаю. Да-да, у меня какой-то то ли дробовик. Это маленькие... это мои, не трогай их, они хорошие. Я их грудью своей мужской скармливал. Все нормально. Там с тобой топорист. Ну хоть не анонисты, то спасибо. Патроны! О, да, все, можно воевать. Не знаю, ты всегда такой? Да. Я тебе был лучшего мнения. Только заметил, что ли, блин. Уничтожьте всех! А так всегда бывает. Надо это, знаешь, сделать такую штуку, типа, при подписке ко мне на канал,
Вы точно хотите подписаться на канал к этому? Сделайте некому так, чейзеру. Не подстрелили. К сморку. Да-да. Или там типа, подписывайтесь к нему на канал, вы соглашаетесь на то, что будете получать шутки, но ниже пояса. Каждый день и каждую ночь. Я думал, типа, при тебе ты такой культурный, нельзя будет шутить ниже пояса. Прикрывайте меня, если не хотите сами разбираться с взрывчаткой. Так куда ты телепортируешься? А ну стопорни, мужик. Оп, блин, топор не получился. Откуда этот свет? Да я даже не знаю, он везде и повсюду. Я же не платил. Вот, видимо, заплатил. Там лампочек нету. Задел меня! Он Да ему насрать на Дигл, ни хрена себе какой умный. Кстати, стоя рядом со мной, вы получаете дополнительный прямой. Да, я заметил. Ну хорошо, я бегу, все, буду стоять рядом. Да не надо, беги по своим делам. Дайте мне одного чувака сердце захватить, у меня мало хп. Завязывай ты с этим делом! Все, я побежал. Просто у меня вообще одно отделение было. Из четырех. Сваливайте оттуда! Сейчас рванет! Понял! Что-то мне два раза взрывать? Повторять не надо. Аллаху Акбар. Что будет? А вот как раз взрывом посчитал. Что-что? Мамами, это и в Джерси услыхали. Сейчас, у нас будет потемнение экрана. Да, задание выполнено. Ура! Аллах Акбар! Че, ты, кстати, запоздал с Аллах Акбаром? Да я сказал, когда подрывали. Надо было этот резонанс вырубить, наверное. Это я вырубил его. Думаю, мы StarCraft собирали. Мы StarCraft собирались, думаю, мы так, все серьезно. Наши ребята попытаются вскрыть дверь в хранилище. Но сначала вам нужно зачистить холл. Когда доберетесь туда, можете заходить. Это убив врага мечом или скрушив этим оружием ваших им быстрее. А давай больше хп. А у меня нету. О, если все вы равно будете рядом с тобой стоять, будет быстрее умение восстанавливаться. Неплохо. А у меня, кстати, урон, по-моему, повышает. Не знаю, сейчас со мной какая-то должна быть аура, которая будет повышать скорость. Казнь, хочу казнить. Подзарядку этого умения. Не хочу миловать. Кстати, япончик, у тебя там за казни одна шняга появляется классная. Какая? Лутай сердца! Ты получаешь неуязвимость, но это косарь 600 нужно. Казнить? Эх, вот так засадил! Сердца! Казнил. Где-то здесь лампочки должны быть. Да капец, они бесят. И кстати, оружие из рук как-то потерял, я знаю. Ты наткнулся на челика с цепью. Ну вполне возможно. Это ты кому? Я чейзеру. Они вырывают. Да чего у них у всех юмпы? Я хочу калашников какой-нибудь. Кстати, неплохое оружие. Да, но у меня вместо него дигл. Дигл классный, я согласен, его забрал бы. О, карабин, погнали. А то задолбало мне со страйкером бегать. Ничего против не имею, прикольная пушка, но надоело. О, меня положили. Да, мне на рум все. Еще я вроде хотел ресурсы повыше ставить, да? Помощь плюс 10. А что мне надо делать? Ничего, лежать. Слушай, меня же тымеют. Отдыхать, ну отдыхнул, все. Я так, этот твой... последних ребят разбираю. Я думал, просто может тут можно вставать как-то усилием. Силой воли себя поднимать. Из нокдауна, кстати, да? Помню, я друга как-то поднял так, очень находите быстро. Пульт, который управляет дверью в хранилище, и крепите на него передатчик, который собрали наши умники. Дальше дело за нами. Привет. Кстати, его озвучивает вас вроде как. Ну, не вас, а тот актер, который озвучил вас. Да, актер озвучки. А я не помню, как его зовут, кстати. Не вспомню сейчас. Я как-то знал, как зовут. Гоша Куценко. Да не! Причем тут Гоша? Не знаю, он капец, откуда в дигле столько патронов? Да не, у меня просто в дигле сколько патронов? Раз, два, у меня где-то 15 патронов в дигле, хотя должно быть 7. Вроде как. Так, это, ты где? Товарищ, с самым взрывным именем. Сейчас, а сейф, вот мы. А чё вы тут стоите? Чё-то интересное? О, тут шняга типа банк вскрыли. Типа банк вскрыли. Это убежище. Здесь снайс. Блин, капец тут света. Ооо. Человек Fallout.
смысле? А, мы, кстати, здесь отъезжали очень много с другом. Но он сказал, мы хранилище открыли атомный. Вот. Ну да, атомный что Fallout играл, он знает, каково это. По хранилищам шарится. Блин, я ни хрена не вижу. Так, вот так вырубайте свет, лампочки. Ищите. Да я даже не вижу, где они. Они вырубаются, некоторые вырубаются. Некоторые. А те, которые по центру, не особо. О, я смотрю, чейзера вообще окружили. Да капец. Че здесь окружили? А, сердца давайте мне ваши. Я просто не вижу, кто меня окружил. Дункан Маклауд. Черт, черт, черт! Если смерть, да вроде все у нас умирают. Воу-воу-воу, меня положили снова. А как так? Ну, китаец. У меня есть на то умение и способность. А почему его добить-то нельзя? Ну ладно. Я просто сразу влетел в четверых и на том же закончил. Что нашли в хранилище? Ну что за хренотень? Что бы я без вас сделал? Копья нет! Не знаю, что ты делал без меня. Ни хрена нет! Ни хрена нет! Столько возни ради этой пустышки! Спасибо! Бред спасибо. Какой-то! Я вот смотрю на план банка. Ты о, блин! Наверху есть особое хранилище. Я, да. Знаете что? Она им была. Возьмите всю взрывчатку, которая осталась, и взорвите заднюю стену. Там будет лифт. Из-за того, что на нем вы попадете наверх. Все, нам надо идти дальше. Выходите из убежища. Да, где-то нам там. Нам тут нужно стоять, парни. Иду. Здесь типа тайная дверь, да? Сейчас в Нарнию пойдем, как в шкаф. Да. Тайная. Ты, кстати, читал книжку, наверное? Нет, конечно. Классно. Классно. Ну, я стою рядом, и где эта тайная дверь? Ну, взрывчатку я закладываю. Да сейчас, сейчас мы сделаем тут тайную дверь. Я ж поставил взрывчатку, нет? Пожалуйста, да. Стойте рядом. Понял. Аллах Акбар. Аллах Акбар. Аллах Акбар. Аллах Акбар. А чё, да, урон был. Меня почти убило, кстати. Не знаю, у меня там... Я отошел, мне чуть-чуть хп отняло. Опа, сокровище. Реликвия. Неплохо. Первый раз, блин, ты такое нахожу. Реликвия? Да, тут валялось, возле трупов. Реликвия. Подожди, патроны. Я вижу дверь. Все, можете дальше идти. А куда нам? В лифт? Ну, в лифт, наверное. Люблю лифты, в которых нельзя прыгать. Эх. А, ты застрял. Смотри, как он застрял. Да, вижу. В землите, дети мои! Я сошел с небес, вот чтобы считаю, даровать вам жизнь! Как-то мне не по себе. Оно может убить кого угодно! Молчать, я сказал! Здесь только я имею право говорить! Нет, не ты. Я как Иисус! Нет. Он больной, он всегда будет говорить. Оружие массового поражения! Опа! Спустился к вам на землю, сыны мои! Мы вернемся с копьем! А их босс падет от моего меча. Я спустился на землю, чтобы почувствовать, о, каково парни, это быть а здесь вами. Будет очень больно. Финальный босс? Нет, это пред. После этой локации надо будет финал. Я удивлен, я что буду. Вы зашли так далеко. Парни, ну удачи на центре стоять это вам. Ну ладно. Может быть, это принесет вам. Да я думаю, я справлюсь, я крут. Да блин, будете гореть в аду. Ладно, я передумал. У меня дробовик, это нормально? Что я не достану до них. Смотрите, опа, вот пацаны, они. Привет. Они вниз прыгают. Это хорошо. Это очень хорошо. О, босс, иди сюда. Это не босс. Я не знаю, похож на босса. Я не знаю, на живой скорости средний. Блин, какой-то. Я просто не знаю, что тут такого сложного. Он тут, прямо тут. Ну, на последнем уровне сложности, я тоже не знал, что здесь такого сложного. Не, ну на последнем. А, мы, вот, кстати, мы-то не на последнем. Так, флэшбэнки. Флэшбэнки. Вьетнам увидел, да? Флэшбэнки. Это я понял. Умри. Сердце! Показалось, дробина тебе показалась перед лицом. Персонажи тут говорят, показалось им, конечно. Тут их друзья четвертую на глазах у них. А им показалось. Ты, кстати, Чейзер, будешь после Darkness сыграть во что-нибудь? Что именно? Не знаю, старик бы хотел все-таки поиграть. Да нет, думаю, нет. Тут второй этаж открылся. Где? Вот я уже на втором этаже. Надо идти туда. Блин, где? Где проход? А, в конце уровня. Я вначале тут бегаю, как дурак. Ого, да тут у нас... Ах, Иисусе, меня же ты бил! Так, я думаю, мне пора взять... Да, на высоком ресурсе, мне кажется, тут реально будет больно. Ну, а мы-то играем на втором.
Да блин, все, я беру юмпу, мне это надоело. С обрезом, конечно, классно. Где там юмпа была? Давай, иди сюда. Ну не так классно. Не, просто она хотя бы ну, на среднее расстояние будет стрелять. Ага. Вон. Вижу. Казнь, 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 давай. Есть, твоя казнил. Слабость выдаст тебя. Да. Прикольно, хорош. Мне только было 4 руки. Не, юмпа хорошая здесь. Принесите мне его. Прям очень хорошая. О, открылась дальше. Короче, пацаны, могу вам сказать, стойте просто около меня. Нет. Я в прошлый раз самостоятельный. О, тут смотрите, какой-то мушкет. Ты самостоятельный, но это ведь давай счастье. Сюда. Ой, давай мне сюда. Отлично. Как раз юмпи потом ты, закончились. Конечно, самостоятельный друг, но урона по боссу ты достаточно не валюешь. Я валю, если захочу. Он встал на колени, да. Патроны есть где-то? Ваше время. Он встал перед нами на колени, он признал, что удачи. И сам себя убил. Вообще легко. Супер. Все. Легче босс не было. Пускайте титры. Пустили. Опа, мне патроны пополнили на юмпу, спасибо. Кто бы ты ни был, Бог или Иисус, не знаю. Будда, спасибо за патроны. О, это чудовище, зверь из ада. Поехали. Винчестер 87-го года. Я уже истекаю кровью, ребята. Да? Где? В смысле? Как здесь, как это произошло? А, на F. Не знаю, я просто подошел к демону, а потом улетел. Значит, какой-то толк. Бейте ему фонарь. Так, я... Ему фонарь, фонарь? Больно. Да я просто стреляю по нему. Винчестер, кстати, хорошо урона дает. Но у меня же есть еще юмпа. Блин, бесов, это он вызывает, да? Да. Это не похоже на моих бесов. Завязывай ты с этим делом! О, юмпа вообще слабенько урона дает. Винчестер намного лучше. Ох, нихрена себе, что это было? Он такой. Так я стоял. Надо кушать. Так я за колонной стоял. Надо кушать. Вы мертвы. Я как бы тоже, я кровью тут истекаю, я вообще не понял, как о, это круто, произошло. О, круто, мы все в одном уголку. Восстань из праха! А, прикольный респаун, мне понравился. Я понял, восстань, наш выбор это Винчестер. Да, да. Так в смысле, а что меня убило? Я стоял за колонной, я его даже не видел. Кто пустил эту кису? Вот, он появился и сразу меня убил, я тебя поджарю по-другому. И сожру с картошечкой и лучком! Понял! Отдай! И с лучком даже! Вот. Это, так это правильно. Он все понимает, он гурман. Вот там урона ему дали. Ну так, это ж у меня мой активный скилл. Да я понял. Это уже да ё-моё! Тоже меня приласкает! Зато колонны лучше тогда не стой, наркоман. Вообще не понял, что... А, тут прыгать на... Да. Короче, не стой за колонной, наркоман, за этой... Ранение вымер. Именно за этой колонной, да, меня будет убивать? Вообще. Вот в этой. Просто в центре тусуюсь. Ладно. Ты в центре больше всего ДПС вольешь. Я просто думал, он будет как раз таки... Или все заново начнем? Да заново. Мы заново начинаем. Это чудовище, зверь из ада. Надо сражаться из ада. Вместе. Из ада. Да, тоже об этом подумал. Ничего из ада не объясняет. Опа, сердце. Так, кто-то уже лег. Ой, парни, ну, это было слишком легко. Все? Да-да, я даже не понял. Я его убил. Да, Шушана есть что-то как-то лишь... жесткая. Вы не против, да? Да, не, нормально. Три ребенка, чьи тут это? Патроны уваляются. Копье. Из это твои сморки. Они очень похожи, кстати, на чуваков из Оверлорда. Где охотники за привидениями? А, да, все, это вся компания была? Это вся компания. А в чем прикол? Вот ну, это да. Типа мы копьё достали Джеки. Копье, и теперь кто это Джеки его не убьют с копья. Слюни на него пускают. Не знаю, кто его разберет. Так или иначе, так оно коротко в надежных руках. Вы хорошо сработали, парни. Серьезно, мы могли заново пройти, в принципе, на высокой сложности. Ну, мы как бы уже так прошли, типа, ну ладно. У нас наш черный брат. Ладно, все на красное ставлю. Пройти кампанию Вендетта. Ну, да, все на черное. А я на красное. Да-да-да, на черное. Ну все, вот мы и прошли. Эту самую длинную... Это, наверное, самая длинная кампания, которую я когда-либо играл в какой-либо игре. Просто чё? Длиннее не может быть. Чё, вторая Киллинфлур? Шутка нет. Можно. Это самая короткая кампания.
Вы серьезно что-то... видели где-то еще, короче, компанию? Да. В четвертом Far Cry. В пятом там тоже, говорят, за 10 минут можно пройти компанию. В Far Cry пятом? Да нет, там нормальная компания. Нет, там типа есть возможность там в начале, типа, за 10 минут пройти игру. Ну, в четвертом Far Cry, я помню, 15 минут проходилась компания. Ну, типа, если ты хочешь так по-быстрому. Да, там типа Пэгамин тебе говорит, типа, ну постой, постой, Аджай, ща, я улажу вопрос и приду. Стоишь 5 минут, просто ждешь, там реально тупо никуда не уходишь. Все, он приходит, типа, Аджай, мальчик мой. Все, пошли вершить правосудие. Все, конец компании. Ну, это типа один из выборов был. А в пятой части я там тоже я видел, дают выбор надо вначале. Надо посмотреть на... Да посмотри, YouTube. Я когда в четвертый Far Cry играл, когда он только вышел, я порофлился этого, типа, ну прикольно. И в пятой, ну, части как бы так... в пятой части такое тоже добавили. Там только теперь не 15 минут, а 10. Mm-hmm. Еще быстрее. 15 минус 10, равно еще быстрее. Я смотрю, ты дружишь с математикой. Не, в смысле, в пятой Far Cry за 10 минут проходится компания. 15 минус 10 равно 5. 15 минус 10. Вы о чем? Ты сказал, четвертый Far Cry проходится за 15 минут, пятый Far Cry за 10, пятый можно пройти, а четвертый проходится быстрее. Не, сказал пятый быстрее. Ну ладно, не важно, перепутал. Ну, короче, пятый проходит еще быстрее. За 10 минут. Так, все, там титры посмотрели, все, всем понравилась, отличная игра, да, замечательно. Тони, я люблю титры посмотреть в конце. Прикольно. Что теперь можешь компанию, блин, пройти, хотя даже не знаю. Что-то не очень. Не, прикольно. Ну, если бы здесь была именно полноценная. Если бы здесь была полноценная компания, вот так вот, в коопе, было бы клево. Типа один за главного играет, и там ему еще пара ребят помогает. Опционально. Ну да, потому что одиночная компания там нормальная по длине. Ну понятное дело. Ну, было бы странно в 12-м или когда эта игра выходила, делать компанию на 2 часа. Так там, ну, вообще, так там и вообще получается за... В 11-м. Ну в 11-м. Когда Battlefield вышел с компанией одиночной, забыл. Bad Company? Все Battlefield выходят с плохой, ну, с компанией. Не, Bad Company вроде начали добавлять компании, не помню. Там тоже было что-то на 3 часа где-то так. Игры. И тоже 2011 где-то тогда было. Так, Darkness 2, все, пора его удалять. Пока, спасибо Humble Bundle за это. Не, как бы еще можно компанию как-нибудь заценить. Но не знаю, посмотрим.